Вакцины от COVID-19 высокоэффективны. Большая часть людей, заболевших COVID-19, не вакцинированы. После вакцинации люди болеют COVID-19 редко, но это все равно может случиться. Ученые называют это заражением после вакцинации. Даже в случае такого заражения вакцина по-прежнему защищает практически всех вакцинированных от серьезного течения болезни и летального исхода. Вы можете предотвратить заражение после вакцинации среди жителей своего района, если будете носить маску, даже если вы вакцинированы. Защитите себя, защитите людей вокруг вас.